сорт сверхострого перца Jave Sage. Острота у него может достигать от 900 тысяч до 1 100 000. Высота такого кустика может быть от 80 до 1 метра в высоту. Срок созревания от 90 до 110 дней. У этого растения очень мощный куст. Высота его, я говорю, от 80 может достигать до 1 метра. Но у меня высота была чуть больше метра. Вот смотрите, толщина ствола какая. Ствол очень и очень толстый. У него, у этого растения, очень большие крупные листья. Такие прямо как лопухи. Видите? Такие вот крупные листья у него. Я ему провел тотальную обрезку. Его практически процентов, можно сказать, на 60 просто верхушку срезал. Этот сорт относится к виду Capsicum chilensis. Это довольно острый сорт, вкусный, очень, очень вкусный, очень приятный на вкус. Насыщенно фруктовый вкус у него, с невероятной остротой. Давайте рассмотрим поближе эти перчики. Такие вот красавцы шоколадного цвета. Похожи чем-то на скорпиона. Такие носы у них. Очень красивые перцы. Очень такая пупырчатая структура. Чем не скорпион? Все они не крупные, довольно упругие. Ну, сейчас мы взвесим, возьмем какой-нибудь побольше. И взвесим, посмотрим, сколько он весит. Ну, как всегда, 10 грамм. Все сверхострые, я говорил. От 8 до 14 грамм вес у них. Такой вот красавец. Так, теперь разрежем, посмотрим, как он выглядит изнутри. Вот так он выглядит изнутри. Стеночка здесь где-то, ну, миллиметра полтора будет. Очень легкий. Очень много семечек у него. Так, потом посмотрим носик его. Тоже эфирного масла капсаицинового очень много. Такой вот красавец. Его можно выращивать как в открытом грунте, так же и дома. Но растения очень и очень мощные. У него очень мощный ствол. И высота, я говорю, у меня, ну, больше метра была. Так что как бы в домашних условиях я не знаю, можно ли выращивать. Ну, в открытом грунте очень мощные кусты. Очень, очень большое количество плодов у них. Аромат, конечно, от него идет. Ах, просто, просто бесподобный. Ах, аж в носу запекло. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. Всем удачи!